9 сентября в рамках проекта «Во имя пациента» состоялась повторная встреча министра здравоохранения Чувашии Аллы Самойловой с пациентами Новочебоксарской городской больницы. Открывая встречу, министр отметила, что за 5 месяцев с предыдущей встречи Новочебоксарская городская больница во многом изменилась к лучшему, но еще остается проблема нехватки врачей первичного звена. Министр также сообщила, что по сравнению с данными за май этого года, время ожидания приема в очереди значительно сократилось. Опрос также показал, что удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи и вежливость медицинских работников остались примерно на том же уровне. Многие пациенты оценили внедрение многоканального телефонного номера поликлиники, что позволило достичь 100% дозвона до регистратуры. Значительно увеличилась доля пациентов, записывающихся на прием через интернет. Далее прозвучали выступления главных внештатных специалистов ведомства по отдельным направлениям медицинской деятельности. Согласно плану реализации проекта «Во имя пациента», в медицинских организациях продолжаются повторные проверки.